СССР, ну, Брежнев приезжает в деревню, вышел на поле, смотрит, косарь траву косит. Он говорит: нерационально работаешь, возьми две косы и коси в обе стороны. Ну, косарь так сделал, Брежнев уехал. Следующий день приехал, опять видит, косарь косит, говорит, в ту, в другую сторону двумя косами. Говорит: нерационально работаешь, возьми грабли к жопе, привяжи и сразу сено греби. Ну, уехал косарь, так и сделал. На третий день приезжает Брежнев, смотрит косарь, увидел его и убежал. Ну, его эти начальство поймали, привезли. Говорит: ты чё убежал? Да испугался. А я хотел тебе орден повешать. А, я думал, вы скажете: нахрен себе, фонарик повешай и в ночную смену работай.